Оранжевый мяч – сложившаяся традиция. Всероссийские соревнования Омск подхватил давно и проводит их уже 10 лет. Доступный, как утверждают сами баскетболисты, спорт требует лишь кольцо, мяч, кроссовки и желания. Воспитанники спортивных секций, профессиональные игроки, представители корпоративных и дворовых команд из года в год желающих поиграть в одно кольцо не убавляется. В основном одни и те же ребята играют, студенты, выпускники спортивной школы. Ну, они, собственно говоря, у них навыки получше, поэтому они и побеждают. Более 40 команд, три возрастные категории участников разного уровня мастерства поделили между собой 5 площадок у Центра олимпийской подготовки «Авангард». Профессионалов с мячом на этом празднике баскетбола видно сразу, но каждая встреча на оранжевом мяче может превратиться в интересное зрелище. Игра была не такая уж упорная, как бы... Просто сыграли, как бы не сильно даже настраивались на эту игру. Потому что мы знаем, как бы, каждую команду, каждого игрока, вместе все занимаемся. В баскетболе важна больше сыгранность. А рост не так важен, потому что это как бы уличный баскетбол, и можно обмануть как высокого, так и низкого. Так что рост сильно ничего не играет. 10 минут встречи или 11 забитых мячей. Только после этого прозвучит свисток арбитра, и можно будет отметить первую, но вдохновляющую победу на турнире. Женский стритбол в Омске представлен игроками разных возрастов, которые, несмотря на травмоопасность, борются за каждый гол. Соперник жестокий, но все равно мы как бы размялись хорошо, и поэтому это достойная победа, потому что мы намного младше их. Среди взрослых участников, показывающих наиболее захватывающий стритбол, интрига в борьбе за победу присутствует ежегодно. Вице-чемпионы 2013 года не торопятся делать ставки, несмотря на отличную физическую форму. Стритбол – такая игра, что здесь, какой бы у тебя ни был класс, грубо говоря, может повести, потому что любой бросок может стать решающим. И несмотря на соревновательный аспект турнира, ежегодный оранжевый мяч собирает вместе всех стритболистов, любителей и профессионалов, превращаясь скорее в массовый праздник, чем в медальную гонку. С 2010 года впервые поучаствовала, и вот каждый год стараюсь не пропускать данное мероприятие. Это возможность самореализоваться, то есть показать себя, свои способности как-то проявить.